Суд избрал меру пресечения директору Департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Биагонову. Процесс проходил в Нижегородском районном суде. Против видеосъемки были все участники процесса, поэтому мы имеем возможность показать только кадры, которые были сняты до начала слушаний. Романа Биагона обвиняют в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре прошлого года по указанию Биагона был заключен договор на изготовление 10 информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей. До настоящего времени обязательства по договору не исполнены, стенды изготовлены не были, а само мероприятие, для которого необходимо было изготовление стендов, прошло с 13 по 18 декабря прошлого года. Однако акты о якобы выполненных работах подписаны. И после этого индивидуальному предпринимателю перечислили деньги. Напомню, Роман Биагон возглавил Департамент культуры 28 февраля 2019 года. До этого город знал его как популярного шоумена, ведущего корпоративов и свадеб. Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал. Индивидуальному предпринимателю, являющемуся соучастником в мошенничестве, также предъявлено обвинение и избрано мера пресечения в виде домашнего ареста.